Среди гостей 5-го межрегионального фестиваля бардовской песни «Мелодии сердца 2011» были как любители бардовской и авторской песни, так и профессионалы. Первый раз в нашем городе бард, певец, музыкант, преподававший в свое время о заигранной гитаре Олегу Митяеву, Константин Просеков. О своих впечатлениях, оценке фестиваля и клубе авторской песни «Лира» Константин Петрович расскажет 14 апреля в программе «У камина» на СТС. А сейчас подробнее о самом 5-м межрегиональном песне на фестивале. Юрий Рязанов и Константин Просеков для ирбитских зрителей имена новые. Дуэт «ЮКОС» – так они себя назвали. Производные от Юры и Кости. Вместе работают давно. У Константина образование техническое, он инженер-теплотехник и главный специалист по пропаганде авторской песни. Такова еще одна специальность, приобретенная. Сейчас Константин работает в Челябинске во Дворце культуры тракторного завода. Когда-то именно у него набивал новые аккорды неумелой рукой начинающий музыкант Олег Митяев. Юрий Рязанов в дуэте и композитор, и исполнитель. Был в душе запечатлен, как при магниевой вспышке головы ее наклон. Снег, налипший на мальтишке, я все думал лишь о ней. Чаще, чем в начале, посреди летящих дней и бессонными ночами. Когда вы выходите на сцену, в зале появляется совершенно другая энергетика. Это профессионализм? Это талант или это что-то другое? Вот именно вы, ЮКОС, уходите, и по-другому все совершенно. Не знаю ответа на этот вопрос. Что всегда удивительно, с первыми аккордами все музыканты внутренне преображаются. Как говорит известный поэт, на лице проступает душа, и лицо освещается ею. Как именно это происходит, вряд ли участники фестиваля смогут объяснить. Да и надо ли это зрителям, это не важно. Они просто верят исполнителю, если он достаточно искренен. А когда я была на Ильменах в Челябинской области, я смотрю, Ирина поет мою песню «Первый снег». А рядом девушки сидят просто на горе. Там же на горе, а там сцена внизу. И говорят, мы же эту песню уже знаем, мы уже ее поем. То есть поют, это здорово. 5-й межрегиональный фестиваль состоялся. В нем приняли участие музыканты из Асбеста, Челябинска, Екатеринбурга, Каменска-Уральского. 4 часа продолжалось песенное сотворчество. Зритель-музыкант. Я считаю, что все, что мы планировали, в большей степени все-таки свершилось. К нам приехали замечательные гости, к нам приехали наши любимые друзья, к нам на концерт пришел зритель. Эмоциональное состояние от концерта очень хорошее, и я считаю, что все получилось. Более подробно о музыке и музыкантах в наших последующих выпусках. Марина Серкова, Евгений Присяжнюк, НТС Ирбит.